Традиционно во второй части нашей передачи рубрика «Мелочи жизни». И прямо сейчас Ярослав Алакин готов познакомить вас с коммунальными недочетами в жизни нашего города. Управляющая компания «Дом» не работает уже около 3 лет. Но свой след в истории города она оставила, и он до сих пор сияет на одном из домов Кунгура. Народная тропа сюда уже давно заросла, но мы видим по редкому следу, что кто-то по привычке сюда идет. Получается, что это дезинформация. Может быть, табличку пора убрать и дать возможность новым компаниям поселиться и в этом здании. Буквально несколько минут назад нам на съемках повстречалась Алевтина Чусовитина. Дама сетует, что совсем недавно мост Иренский более-менее привели в порядок. Заасфальтировали, поставили ограждения, но после зимы здесь образовались неизвестные борозды. Если честно, природа их возникновения очень загадочная. Что тут делали? Либо пилили, либо отдалбливали. Это как надо долбить, с каким усердием? Такое бы усердие, да в нужное русло. Алевтина Чусовитина говорит, что модницам здесь ходить очень сложно будет на каблуках. Так что, уважаемые модницы Кунгура, будьте осторожней.